Ретромания с Андреем Разиным. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я, Андрей Разин. Как всегда, на Ретро-ФМ «История от Андрея Разина». Сегодня мы с вами поговорим о легендарной группе, группе «Кармен». Страшно, так уми, от разбойника лесного не уйти. Эй, рыцарю, тут как тут, это славный парень, это Робин Гуд. Эй, рыцарю, тут как тут, это славный парень, это Робин Гуд. Эй, рыцарю, тут как тут, это славный парень, это Робин Гуд. Эй, рыцарю, тут как тут, это славный парень, Робин Гуд. Робин Гуд. Робин Гуд, Робин Гуд, Робин Гуд. Кто хвалится перед лучшим другом? Эй, эй, я пойду. Что поймает Робин Гуда? Эй, эй, я пойду. Пусть попробуют поймают ветер. Эй, эй, я пойду. Вам любой монах ответит. Эй, эй, я пойду. Тишину нарушит страшно тот туми, тот туми. От разбойника лесного не уйти. Эй, рыцарь, он тут как тут, это славный парень, это Робин Гуд. Эй, рыцарь, он тут как тут, это славный парень, это Робин Гуд. Эй, рыцарь, он тут как тут, это славный парень, это Робин Гуд. Эй, рыцарь, он тут как тут, это славный парень, Робин Гуд. Робин Гуд. Робин Гуд. Робин Гуд. Ретромания с Андреем Разиным. Группа «Кармен» образована 1 января 90 года и была задумана как экзотик-поп-дуэт Сергеем Лемахом и Богданом Титомиром, работающим в то время на подтанцовках у эстрадных исполнителя Владимира Мальцева и других артистов. Сергей Лемах в 1988 году окончил Московский институт советской торговли. Фамилию матери Лемах решил взять как более подходящую для сценической деятельности. Я с ним разговаривал на эту тему, и он говорит о том, что, ты понимаешь, это фамилия, которая действительно исходит от моей мамы. Я очень люблю мою маму, очень люблю корни именно по линии мамы. Поэтому я бы хотел, конечно, эту фамилию иметь.
теперь он просто миллионер. Карибский пляж, морской курорт, а я турист из СССР. Пускай я здесь совсем чужой, I need you, baby, my dreams tonight. Я снова слышу голос твой. I love you, Caribbean girl, Caribbean girl. Наш теплоход давно в Россию ушел, но знаю, ты здесь, ты снова со мной. Oh, my Caribbean girl, I love you, Caribbean girl, Caribbean girl. Мой капитан кидает доллар на стол, ведь это пустяк, и снова тебя я из-под носа ушел. Но не забыть солнечных дней. И каждый раз в кругу друзей ты вспоминаешь русских парней. Наступит скоро летний зной, и я услышу голос твой. Наш теплоход давно в Россию ушел, но знаю, ты здесь, ты снова со мной. Oh, my Caribbean girl, I love you, Caribbean girl, Caribbean girl. Мой капитан кидает доллар на стол, ведь это пустяк, и снова тебя я испорчу за угол. Caribbean girl. В то время мы работали вместе в центре досуги. Мальцево — это был первый центр досуга. И я помню, как эти ребята пришли, такие красивые, такие мощные. И когда я сказал Володе Мальцеву, говорю: «Володь, скажи, ну это танцоры, это же совершенно не поющиеся ребята, которые не представляю, какой репертуар они могут себе выбрать». Вот. Тогда я был художественным руководителем этого центра досуга. И настал тот момент, когда мы должны были их принимать уже на работу. И вот заходят два этих танцора,
танцора. Я, конечно, видел их на сцене как танцоров и не понимал о том, что они могут еще что-то там сделать такое вот с вокалом и так далее. Вот тогда мне очень понравилось, когда я им сказал свое мнение. Говорю, вы знаете, я как продюсер и художественный руководитель хочу вам сказать, что шансов стать у вас популярными нету никаких. На что очень интересно мне именно спросил Богдан, а почему? Мы же так вот выглядим хорошо, мы модные такие, мы это. Я говорю, у вас нет репертуара, и потом под ваш вид, под внешний ваш вид, невозможно практически ничего придумать. Вот. Тогда они попросили неделю. Попросили неделю, через неделю мы, дайте нам только студию, дайте нам записаться. Я говорю, а кто вам будет писать музыку? Они друг на друга посмотрели и сказали, мы сами напишем. Я говорю, ну тогда шансов у вас вообще никаких нет. После чего я им все-таки предоставил студию. Володя говорит, ну давай попробуем. Приехал он оттуда, где круглый год жара. Абакан-Африка. В деревню, где было три пора. Абакан-Африка. Он был чернее ночи, но парень хоть куда. Абакан-Африка. И каждая хозяйка его в себя звала. I'm gonna get